please watch this video to the end. I will be happy to read your comments, and if the video turns out to be useful for you, then press like and subscribe to my channel. In the following videos, I will make more collections of beautiful clothes. Enjoy watching. I will add links to these clothes in the description below the video. Белая облегающая юбка с утягивающим эффектом отлично подойдет для вечерних прогулок, похода в кино или кафе. В сочетании завышенной талии будет хорошо смотреться укороченные топы любых оттенков. Юбка-карандаш черного цвета подойдет не только для делового образа, но и для вечерних выходов. Изделие дополняет широкие лямки, прикрепленные на пуговицу к верхнему основанию юбки. Сочетать лучше только с обувью на каблуке. Приталенная юбка-карандаш черного цвета должна быть в гардеробе каждой девушки. Эту модель можно надевать буквально для любого мероприятия. Материал полиэстер с примесью спандекса, длина ниже колена. Юбка-футляр пригодится в любом женском гардеробе. Это базовая модель, выгодно смотрится под любую классическую обувь. Завышенная талия визуально вытягивает силуэт. Юбка хорошо тянется и отлично садится по фигуре. Юбка миди строгого фасона дополнит любой деловой образ. Модель декорирована крупными золотыми пуговицами. Сочетать стоит только с обувью на каблуке любой высоты. Ткань отлично тянется, поэтому модель не оснащена молнией или другой застежкой. Эффектная юбка с принтом зебры сделает образ по-настоящему стильным и ярким. Модель имеет глубокий передний боковой разрез. Застежка выполнена в виде скрытой молнии. Лучше сочетать с открытыми босоножками на каблуке. Необычная юбка с контрастной расцветкой и имитацией запаха точно выделит свою обладательницу из толпы. Низ изделия декорирован воланами средней ширины. Материал – натуральный полиэстер. Можно сочетать с обувью на каблуке или без него. Юбка в длине миди будет отличным дополнением как для праздничного, так и для делового образа. На талии установлена широкая резинка для удобной посадки изделия. Модель оснащена плотной подкладкой и основной тканью в виде сетки с цветочными узорами и крупным белым горохом. Эта юбка в длине миди имеет интересное сочетание цветов – голубого и кирпичного. Эти оттенки особенно актуальны для теплого сезона. Юбка запахом, поэтому ширина изделия удобно регулируется для любого типа фигуры. Пышная и нарядная юбка отлично подойдет для любого праздничного мероприятия. На талии вшита широкая резинка черного цвета для идеальной посадки. Основная ткань – натуральный полиэстер голубого оттенка в мелкий черный горошек. Эта юбка имеет обтягивающий силуэт и длину ниже колена. Нижний край изделия украшен цветной лентой и декоративными перышками. Модель имеет застежку в виде скрытой молнии в боковом шве. Сочетать стоит только с обувью на элегантном каблуке. Модель юбки достаточно интересная за счет своей расцветки. На материал нанесен рисунок в виде газетных вырезок. За счет своей неординарности юбку не стоит носить как повседневную одежду. Для нее следует выбирать подходящий повод. Юбка из 100% полиэстера. Отлично подойдет для праздничного и делового мероприятия. Модель черного цвета, свободного кроя, с резным асимметричным краем. Посадка высокая, на талии, за счет чего изделие будет хорошо сочетаться с укороченными топами. Легкая шифоновая юбка станет украшением любого мероприятия в летний сезон. Модель имеет высокую посадку и застежку в виде молнии. Подкладка однотонная, основная ткань светлого оттенка с насыщенно красными розами по всей площади изделия. Эту модель юбки можно назвать базовой. Подойдет изделие для любого мероприятия и события. Длина миди. По передней планке выполнены декоративные пуговицы и два накладных кармана с клапанами. Асимметричная юбка запахом отлично подойдет для любого типа фигуры, благодаря регулировке ширины талии. Нижний край декорирован широким воланом. Оттенок изделия темно-синий с цветочным принтом. Интересная модель юбки из полиэстера подойдет под любой тип обуви. Изделие выполнено в крое на запах. По нижнему краю пришит широкий волан. Глубокий зеленый оттенок разбавлен светлым цветочным принтом. Классическая черная юбка в длине миди должна быть в гардеробе каждой женщины. Эта базовая модель подойдет для деловых встреч и повседневной работы в офисе. Боковые швы выполнены со сборкой. Юбка будет хорошо сочетаться со светлыми топами и блузами. Легкая струящаяся юбка из полиэстера станет настоящим спасением в летнюю жару. Ее можно удачно сочетать с открытыми босоножками на плоской подошве и укороченным топом для создания удобного и стильного повседневного наряда. Модель подойдет и для праздничных мероприятий.
благодаря своей оригинальной расцветке. Черная юбка не обязательно должна быть скучной. И эта модель – прямое тому подтверждение. Низ изделия декорирован резным кружевом. Длина основного материала – мини. Изделие лучше сочетать с обувью на каблуке или танкетке. Интересная асимметричная юбка из мягкой бархатной ткани. Отлично подойдет для яркого образа на вечеринку или праздничное мероприятие. Модель подойдет для уверенных в себе девушек. Изделие имеет завышенную талию. Особенно эффектно будет смотреться с укороченным топом и обувью на каблуке. Юбка-карандаш идеально подойдет стройным девушкам. Это модель черного цвета в крупный белый горох. Нижний край изделия декорирован тонким воланом. Сзади выполнен разрез для удобства движений. Юбка выполнена из двух слоев. Нижняя однотонная подкладка и верхняя полупрозрачная черная ткань с рисунком в крупную розу. Сбоку выполнен глубокий разрез, открывающий ногу. Сочетать лучше с блузками и топами светлых оттенков. Твидовые костюмы и юбки не выходят из моды никогда. Такой элемент одежды в гардеробе станет незаменимым десятилетиями. Юбка-клёш в твидовой расцветке идеально подойдет для вечерних прогулок, деловых встреч, а также для повседневной работы. Юбка-карандаш выполнена из полиэстера с примесью спандекса. Отлично сочетается с любой обувью. Изделие хорошо тянется, за счет чего идеально садится по фигуре. Верх можно дополнить блузкой, топом, футболкой светлых оттенков. Плотная юбка из полиэстера и спандекса в приталенном крое будет отлично смотреться на деловых встречах. Модель на завышенной талии с широким поясом. Застегивается сзади за счет скрытой молнии. Для удобства движений выполнен нижний разрез. Ярко-розовая юбка будет удачно смотреться в женском гардеробе летнего сезона. Ее можно сочетать с открытыми босоножками на каблуке и без него. Талия декорирована поясом в тон основному материалу с металлической бляшкой. Юбка-карандаш в длине миди отлично подойдет не только для деловых встреч и работы, но и для вечеринок, а также праздничных мероприятий. Продольные черные линии на белом фоне визуально вытягивают силуэт. Юбка выполнена в крое на запах. По нижнему краю пришит неширокий валан. Талия завышенная, материал полиэстер. Изделие выполнено в леопардовой расцветке, поэтому не подойдет в качестве повседневной одежды. Юбка в глубоком винном оттенке, выполнена в крое клёш и длине миди. Пояс широкий, посадка завышенная. Модель лучше сочетать с обувью на каблуке или на танкетке, а также с топами и блузками базовых оттенков. Юбка-клёш черного цвета отлично подойдет для любого типа фигуры. Высокая посадка визуально делает ноги длиннее. Пояс широкий, материал полиэстер с небольшой примесью спандекса. Лучше сочетать с туфлями и босоножками на каблуке. Яркая цветная юбка облегающего силуэта станет настоящим украшением любого женского гардероба на лето. Основной тон юбки розовый. На нем выполнен рисунок в виде крупных разноцветных цветов. Сочетать лучше с укороченными топами и открытой обувью. Юбка свободного кроя отлично сядет на любую фигуру, скрывая ее недостатки. Талия модели завышенная, застегивается с помощью скрытой молнии, длина ниже колена. Можно сочетать со светлыми блузками и рубашками, а также с обувью на каблуке или на танкетке. Змеиный принт остается в моде уже много летних сезонов. Эта юбка будет отлично смотреться на прогулках в отпуске. Впереди боковой край декорирован вшитым шнурком, который регулирует длину изделия, создавая необходимый разрез. Юбка асимметричного кроя выполнена из 100% полиэстера. Нижний край открывает одну ногу. Декорирован он нешироким валаном. Сочетать стоит с топами из легкой ткани и открытыми босоножками. Яркая цветастая юбка отлично подойдет для летнего сезона. Изделие выполнено из полиэстера. Низ декорирован широким валаном по отрезному шву. Можно сочетать с любой неспортивной обувью, топами и блузками. Разноцветная юбка из полиэстера в длине миди подойдет для прогулок, походов в кино или кафе в летний сезон. Яркая расцветка изделия будет сочетаться с однотонными топами или футболками, а также с любой обувью, в зависимости от создаваемого образа. Эта легкая юбка выгодно открывает ногу практически до бедра. Боковой край декорирован пуговицами среднего размера. Модель имеет завышенную талию. Для летнего гардероба такая юбка станет настоящим спасением, ведь ее можно сочетать с самыми открытыми топами и летней обувью любого дизайна.
Пестрая юбка с глубоким передне-боковым разрезом не даст изнывать от летней жары. Ее можно надевать в качестве повседневной одежды. Особенно удобно она будет в отпуске, на морских прогулках. Юбка мини красного оттенка будет прекрасно смотреться для вечерних выходов. Модель имеет завышенную талию и облегающий силуэт. Материал полиэстер с примесью спандекса. Изделие рассчитано на летний сезон. Лучше сочетать с открытыми босоножками на любой подошве. Юбка свободного кроя отлично сочетается со светлыми блузками и классической обувью. Крупный белый горох делает модель более праздничной. Изделие имеет широкую резинку на талии, благодаря которой отлично садится на любую фигуру, скрывая ее недостатки и подчеркивая достоинства.